вами мисс Евка и Ева Микс. Да. И это уже вторая часть, рейд админ Анистасами с подругой. Ты чего лежишь? Ой-ой. Поднимай. А, ладно. Короче, сейчас мама объясню правила. Поднимай. Так хочется опять по голове тебе ударить. Да-да. Четвертый раз. Взаимность будет. Давай. Кто не знает правила, сейчас Ева все расскажет. Да, первое. Я тебе, допустим, предлагаю вот такой вот. Simple, dimple, авокадо. Что ты мне дашь? Ого. Ого, как много! Просто сильно стукнуло. Я дам тебе вот такой вот Simple, dimple, Капитан Америка. Например. Если этот трек мне нравится, нажимаю согласен. А если мне недостаточно, то я нажимаю кнопку добавить. А если мне этот трек вообще не нравится, то нажимаю отказ. Ну, так как это пробный трек, мы забираем все свои нестрессы обратно. Да, и мы забираем все нестрессы обратно. Так, что ты мне дашь? Стой, на суефа. Да, давай. Суефа. Суефа. Давай, я первая. Так, что... Давайте пойдем по новинкам. Что ты мне дашь за вот такой вот осьминог, осьминога, который, если так потряси, то там есть шарик, который светится. Вот такой. Так, ну я тебе дам. Он вот так вот дуется. Сразу два антистресса. Это вот такой вот антистресс хинка и не новинка. Не вот новинка, но он клёвый. Миньон, не новинка. Такой миньон, не новинка. Окей. Давай, я согласна. Я тоже. Мы забираем, и я получила вот такие вот... Хочется опять не тапить. Да, она меня уже ударила этой штукой. И нам ушлось переснять все видео. Смотрите, как они липнут. Да. Я думала, что ты его надуваешь. Так, ладно, давайте. Ага. Все видео. Так, теперь я тебе дам. Это новинка. Носорог или динозавр. Считайте сами. Он с гравировочкой. Тут алфавит английский с двух сторон. Глаза. Ой, брать буду много. Пишите в комментарии, носорог это или динозавр. Да. Или единорог, ладно. Да, круто. Я тебе дам, блин, я тебе не знаю, так, наверное. Я тебе дам вот такую вот головоломку. Новая, кстати, это тоже новинка. Ее можно жевать как только хочешь. Дальше я тебе дам вот такого динозавра. Покажу. Я пойду и покажу этого нового. Это вот такой вот желешка-динозаврик, или кто это? Или это рыба, не знаю. Желешком. Как у меня такой. Да. Окей. И я тебе дам, наверное, вот такой вот антистресс с арбизами добавить. Окей. И я тебе дам вот такой вот крутой замес, он светится в темноте. Ого, смотрите, сколько у меня желешек. Добавить? Чё? Окей, я тебе дам вот такой вот маленький купытный осьминожку. Классно. Ты посмотри, сколько ты мне дала за вот этого несчастного. Чё ты несёшь? Смотри, сколько. Сколько я тебе дала. Смотрите, вот всё, сейчас ты вообще обанкротишься. Так, ладно, окей. Ты только сейчас поняла, он пойманный. Блин. Так, ладно, давайте не об этом. Теперь кто? Я. Какой ты? Я теперь. Ты, она. Так, так. Что ты мне дашь за вот такой вот сердечко, попыт? Все, что ли? Да. Ну нет. Давай. Вот такой вот simple. Единорог, кстати, новинка. Да, новинчик. Я дала новинку. Я согласна. Ничего страшного. Добавь чуть-чуть. Не! Отказ! А теперь я предлагаю. Что ты мне дашь за... За что? О! За новинку. Вот такой вот попыт Божья коровка. Он очень редкий, кстати. А также еще одну новинку. Все вчера, кстати, покупала. Вот такой вот Simple Dimple Spinner. Просто посмотрите на его цвет. Он неоновый какой-то. Да, новинка. Как Galaxy какой-то. А10. Окей, я тебе дам вот такой вот попыт. С Дубая. С Дубая. Кто да, реально. Да, я привозила попыт с Дубая. Он нереально клевый, я тебе дам его. Пишите в комменты примерно, сколько он может стоить. Дубай. Кто напишет правильный ответ? Ну, сколько стоит... Мои комментарии отключены.
Безумно можно быть первым. Окей. Ну, добавляй. О, добавить? Ты посмотри, редкий попыт, вот этот твой круг. Ну. Я дам тебе вот такой вот тогда попыт сердечко и вот такой вот обычный Simple Dimple. Ну, я согласна. Я тоже. Я пощелкаю. Так, теперь Ева предлагает, да? Слушайте, я предлагаю или кто? Ты. Кстати, если... Да, короче, следующие трейды будут с едой. Кипец, окей. И ты как-то должна еще купить еду какую-то. Так, подожди. Сейчас что, кто? Ты? А, я. Я. Можно новинку какую-то большую? Так, что ты мне дашь за вот такой это вот... Это новинка. Что ты мне дашь за вот такой вот Simple Dimple или Pop-It? Считайте сами, как в прошлом видео я и говорила. Это спиннер, он мне очень нравится. Давай, что ты мне дашь за него? На, пожалуй, я тебе дам. Тут авокадо. Ой, авокадо, ананас. Ананас, да, авокадо, представьте. Говорит, поп, и ананас. А, добавь. А, добавь еще одно. Осьминога добавляю. Добавь еще, добавь. Зайчика. Зайчика, я согласна. Добавь чуть-чуть еще. Ну, блин. Отправь. Окей. Нет проблем, есть два лима в банке. Так, как теперь предлагаю все... я. Ева предлагает... Ой, я только об этом подумала. Самый большой пупыт. Так, сейчас. Просто посмотрите, насколько он большой. Камера, наверное, ну, такое не передает. Ева упала. Камера не передает, какой он большой, но он нереально большой. Сколько здесь пупырек? Наверное, 1000? Да нет, ты что, не выдумывай. 3000. Нет. А, ты хотела посмотреть. Короче, вот сюда его положу. Да. Ну, я тебе дам. А, вот такой вот средний пупыт, но я тебе сейчас еще добавлю. Я тебе добавлю вот таких вот два больших пупыта акула. А, вот такой он с одной стороны... И с другой стороны какой-то. Добавь. Дальше я тебе еще дам елочку. И добавь. Что-то новенькое. И я тебе дам вот такой вот, вот такой вот оригинальный снайперс. Добавь, что-то новенькое. А, я тебе дам вот такой вот пупыт на пластмассовой основе. Согласна. Согласна. Я тоже согласна. Вау, ты посмотри. У меня теперь есть вот такой вот большой пупыт. А у меня гораздо. Если честно, я очень мало дала ей. Сейчас вот как до удара вот этой штукой. А что такого? Ты же сама согласилась. Твоя вина. Так что вини себя, братан. Давай. А теперь что ты мне дашь за такой попыт новенький, который меняет цвет в темноте? И за вот такой новый Simple Dimple Spinner. Тоже еще один за новый. Вот такой вот Simple Dimple. Ева в начале видео говорила, то, что вот у нее мало попыток. Давайте смотрите на мою и на ее. No comments. Одни эмоции. Окей. Okay. Я тебе дам вот такой вот... Я тебе дам вот такой вот тоже попыт, который меняет цвет на солнце. И еще дам тебе вот такой вот снайперс. Розовый. И может... Нет, я тебе еще добавлю вот такой вот пупыт миньон. Такой пупыт миньон. Ева опять что-то уронила, но у меня обращает внимание, потому что это не в первый раз. Ой. А вот такой вот пупыт миньон. Добавь. Окей. У меня новинки, у тебя вообще ни одной новинки. Я дам тебе вот такой вот... Мой отдаёшь, хорошо? Такой вот спиннер Galaxy, будем его так называть. Согласна, но ты мне переплатила. А я еще не ответила, согласна ли я. Ну уже все, короче, поздно. Ладно, то, что я согласна. Я тоже согласна. Следующее, смотри, как... Что ты мне дашь за вот такой вот, конечно же, попыт? А, ты мне предлагаешь. Окей. Так. Ты мне дашь за вот такой вот попыт... Божью коровку. Это ж я его тебе дала. Дальше вот такой вот еще пупыт. Какого он... В какой он форме, я не знаю. Дальше я дам тебе вот такой вот кексик. Ну, значит, я тебе дам. Вот. Целый пупыт. Такой вот.
такая вот головоломка, бесконечный кубик Рубик, вроде бы он как-то так называется, короче, не знаю. Следующее. Крутой замерз, мне жалко отдавать. Я тебе, пожалуй, отдам твой попыт из Дубая. Не буду. Ну, значит, тебе еще дам вот этот вот попыт Hello Kitty с гравировкой. Окей, you really? Ой. А, добавь. Мне мало. О май гет. Значит, давай вот этот. О май гет. Давай вот эту акулу и все. Добавь чуть-чуть. Ну, блин, ну мне это очень много, да, ты мне дала? У меня целых 3 пупыты. И посмотрите, что она мне дала. Танечку. Ребят, я отказываюсь. Ой. Тарас, пожалеешь. Нет. Все. А на этом видео подошло к концу. Да. Ну, давай в последний раз. Что ты мне дашь за вот такой вот большой попыт? Попыт Hello Kitty. А, я что ты мне еще дашь за вот такие вот еще вот такие вот попыты? Вот эти, давай. Добавь. Так, еще вот это. Все, вот. Давай, копируй. Я все смотрю, что мне дашь за все мои попыты. Я согласна, потому что у тебя 8 попыток. Отказ. В общем, ребята, а на этом видео... Это видео... Там не имеет телефон. А на этом видео подошло к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока. Всем пока. Пока. Машком. Hello, motherfucker. Ой, наоборот.